тушении лесных пожаров на территории Иркутской области задействовано 9 воздушных судов. Это самолеты Ан-2, вертолеты Ми-8, а также самолет-амфибия Бе-200. К ликвидации огня привлечено более 1000 человек и 130 единиц техники. Пожары продолжают действовать на площади около 30 тысяч гектаров в Баяндаевском, Жигаловском, Иркутском, Шельховском, Ольхонском и Хирит-Булагатском районах. Обстановка обострилась в минувшие выходные, когда таежные пожары вплотную подошли к базам отдыха на берегу Байкала. Из опасной зоны были эвакуированы десятки человек. Своевременно была произведена эвакуация отдыхающих кораблями Восточно-сибирского речного пароходства. Значит, людей погибших, пострадавших нет. Вот. Ну, считаем, что сработали на оценку твердо и хорошо, вот, потому что сохранены и объекты инфраструктуры. Вот. Ну и, соответственно, значит, люди не получили никаких проблем в своем здоровье. Как сообщили на заседании межведомственного оперативного штаба, действиями авиациями и наземной группировки блокировано дальнейшее распространение огня в сторону населенных пунктов и турбаз. С начала пожароопасного периода на территории Иркутской области зарегистрировано почти 1500 пожаров. Общая площадь возгораний составила 250 тысяч гектаров.